Приехала первая поставка в этом 2020 году. Вот такие вот приехали красавцы. Цитрусы и экзоты приехали из двух разных питомников. Питомник Lemon Garden Sicilia и Torre Vivai. Viva Torre, кто как его называет. Это два разных питомника. В одном из них продают экзотов, во втором продают цитрусы. Хочу немножко вас сакцентировать, дорогие друзья. Растения приезжают не голландские. Это Италия. Мы привозим из Италии, из Испании, Чехии и других стран. Это цитрусы из Италии. Прививаются они на макрофилу вулкамериану. Зимовка им не нужна. Но, как и всем любым экзотическим растениям, им нужно много света. Даже прохлада не так страшна. То есть в прохладе они абсолютно прекрасно себя чувствуют и растут. Самое главное – это много света. Вот такие вот классненькие приехали. Сейчас мы их будем распаковывать и приводить в порядок. Обработаем. Польем и будем фотографировать. Итак, мы все разобрали. Получилось таких три пустых корабля. Все в куче. Пока еще не разложили, не расставили. И быстренько пробежимся. Много цитрусов приехало с плодами. Кто-то цветущий. Аромат безумный. Такие вот приехали красавчики. Такая прелесть приехала. Все хорошенькие, все пышненькие. Сапота вся цветет. Приехала. Такая красота приехала. Так, мы разобрали, чтобы более было понятно, быстро пробежимся, покажем в общей массе, как все выглядит. Значит, приехали у нас лимон варигатный Эврика Пинк. Цветение розовое, плоды полосатые, в спелости внутри, мякоть розовая. По 3600 в 20-м горшке. Может быть, плохо видно, но потом покажем разницу. Рядом идут с желтой варигатностью, прям явно желтой варигатностью. Это у нас лимон Гиала. Такие вот у него плоды. Даже вот такой вот есть плодик большой. Это лимон варигатный Гиала. В 20-м горшке 3600. Два каламандина вот с такими полосатенькими арбузиками. Тоже 3600. Дальше хочу вам показать двух красавцев. Пришли реально два красавца. Апельсины Бизария. Вот реально как на картинке. Смотрите, какая красота. Может, плохо видно. Вот такие арбузики. Сейчас новые бирки. Вот на обратной стороне.
обратите внимание, есть названия. То есть они указывают. Чем мне понравился этот апельсин, сейчас вам покажу. Смотрите, сейчас я выставлю, будет, наверное, более видно. Лист зеленый, лист пестрый, регатный. И плоды. Смотрите, какие красивые плоды. И по вкусу он кислый. Просто приехали цитрусы в этой поставке, и плоды, некоторые плоды валялись на телеге, и мы продегустировали, посмотрели. Как раз Бизария была. То есть, естественно, он не дозрел, кисловатенький, но очень даже такой необычный. Для коллекции очень интересный. Видите, какая прелесть. Оранжевый, пестренький. Вот такую красоту. Всего две штуки. 3600. Апельсин росса с плодами. 3600 вот там. Можно увидеть. Плодики висят. Большие плоды. Апельсин варигатный тоже с плодами. Тоже 3600. В 20-м горшке. Так, дальше. Мурая. Шикарная мурая. Мурая паникулята. С завязями, с цветами, с бутонами. 1800. Цена занижена. Дальше. В 18-16 горшке. На самом деле, как бы мы цены занизили. Чтобы вы понимали, цены ниже. Мы поставили, чтобы после новогодних праздников, когда у всех проблемы с деньгами, вам было бы полегче. Итак, есть лимета Рангпур 2400. Есть лимон Мейера. Кумкват. Есть чинота. Есть лайм. Есть лимон Лунарио. Маленький. Я сейчас точно не помню, потому что горшки, видите, отличаются. 16 горшок и 18 горшок. 18 горшок 2600, 16 горшок 2400. Еще раз повторяю, акцентирую ваше внимание, цены занижены. Есть кавиар, есть микроцитрус, который красный, с красными плодами внутри, и зеленые. Клементины, мандарины. И апельсины. Клементины, мандарины, апельсины по 2600. Очень вкусные. Рекомендуем. И еще раз повторяю. Пурша, лайм верде. Вот лунарио. Чинота с плодами. Практически все с плодами. Только пурша вот цветущая. И вот плоды пурша зелененькие. А так все с плодами. Пока все с плодами, пока все свеженькие, хорошенькие. Цена, еще раз акцентирую внимание, занижена. Еще раз вам покажу очень классную мурайку. Мурая тоже великолепна. Арбузики, каламандинчики. И пойдем дальше. Клементины. Дорогие мои, клементины 2600. Вот это прелесть, 2600. Дальше. Сизигиум малайский. По цене сейчас не помню. Там надо будет посмотреть. Вот так он выглядит. Белая сапота. Вся в цветении, вся в бутонах. Вот так вот она цветет. Лонган. Так, сапота. Сапота привита. Место прививки есть. Сапота привита. Малайский я не могу, не вижу. Не понимаю. Что касается лонган, да? Да, лонган. Лонган. Не могу сказать, не знаю, привит или это черенок. Обманывать не буду, потому что не знаю. У поставщика не узнать, потому как поставщик говорит либо привито, либо черенками. Поэтому вот показываю, как выглядит. Лонган, две штуки. Лаймкват тоже 2600. Жаботикаба пришла по заказу, но показываю, какая она приходит. То есть вот такая она приходит, очень классная.
Дальше микроцитрусы. 2400 и 2600. Всего мало. Всего, по-моему, 2 за 2600 и 2 за 2400. Поэтому, кому интересно, пишите, чтобы успеть. А, приехал один лайм Таити. Весь в бутонах. 3600. Далее, это у нас апельсин. Ребята, апельсин 2600. Цена занижена с плодами. Вот с такой биркой. У нас вот бирка приходит часто. Вот такие вот плоды. Далее, кафорский лайм. 2 штуки. 2600. Цена занижена. В 18 горшке. Далее. Кому интересно, клементины в глине, они тяжелые, от 150 сантиметров и выше, 3600. Видите, со всякими вот улиточками и со всяким добром приезжает. Клементина, такой вот клементин. Сорт конкретно какой не указан, просто написано клементина. Без плодов. 3600. Далее. Помело роса. Это красный грейпфрут. Один из которых с плодом. Плод еще зреет. Вот, вот он висит. Вот такой плод. 3600. Рука Будды. Три шестьсот. Вот такие слоники. Где-то они 1,5 метра высотой. Обрезка не наша. Обрезали не мы. Акцентирую ваше внимание. Более того, скажу, что цветение пурпурное. Кому это интересно? Есть цветение. До этого я вам показывала цветение рука Будды. Там белые, белые цветы. Сейчас, кстати, вернусь к ним, покажу. Да? А здесь идет розовые бутоны. Поэтому у Тинтери, кстати, есть эти два сорта. Один с пурпурными цветами, второй с белыми. На каком-то из них уже есть вот такие лапки. А вот рука Будды, то, что я вам показывала. Это идет сицилийского питомника. Цветение идет белое. Белые бутоны, если вы обратите внимание, да? Молодые приросты. И покажу еще раз. Рука Будды. Пурпурное цветение. Это немножко разные сорта. Так, дальше побежали. Смотрим, у нас два мандарина Миагава. Тоже в глине. Тяжелые. Один с плодиком где-то 1,50 м, а второй где-то 2 метра. 3600. Лимон Лунариум. Вот такие огромные, чтобы вы понимали. 3600. Вот такой лимон. А где-то я видела даже с бутонами он идет. Сейчас не буду тратить время, но видела. Они с бутонами. То есть он готовится к цветению, к завязыванию. Так, дальше. Помело. Помело Чандлер. 3600. Вот такие хорошие, классные цитрусы. Дальше апельсин Новелина. Уже постольку, поскольку ранние сорта и среднеранние, среднеспелые уже начинают созревать, соответственно, к нам уже приезжают без плодов. Вот один единственный Новелина, вот он с плодиком. Остальные огромные, высокие, здоровые, классные, пушистые, но без плодов. По 3600. Дальше. Новый у нас сорт Сангвинелла. Апельсин Сангвинелла. Это красномясый. Они по высоте тоже вот разные. Вот самая верхняя ветка, это где-то, наверное, 1,70 м. Есть чуть пониже, они тоже 3600. Тоже все в глине. Далее. Микроцитрус красномясый. 3600. Мандарины
Один с плотиком есть. Мандарины, мандарин ретикулята. Тоже 3600. Разные. Черная сапота вот так выглядит. Две штучки. Мандарин дичикули без плодов, высокие, достаточно пышные. Приехали две штуки. 3600. Кумкваты. Кто заказывал, кумкваты большие с плодами. 3600. Пишите, завтра будем вам выставлять в личку, показывать. Кафрский лайм 3600. Кариса. Таких больших, огромных горшках. Так, и пошли дальше. Остальные цитрусы. Две огромных пурши за 3600. Вот такие большие с плодами. Апельсины. Овальный калабрезе 3600 и без сорта 3600, тоже с плодами. Кафрский лайм 3600. Чинота 3600 с плодами, с молодыми побегами. Лимон Лунарио, две, по-моему, штуки с плодами 3600. И остальные Карубару 3600, тоже все с плодами. Так, может, плохо видно, но постараюсь показать. Далее приехали клементин рубина. Из этого питомника клементин рубина — это Амоа 8. Обратите внимание, начинает уже спеть. Это Амоа 8. Такие плоды у него. Далее мандарин Уншиу Миагава 3600. Микроцитрус красный с красными плодами 3600. И фингерлайм с зелеными плодами тоже 3600 в 20 горшке. Один лайм персидский с плодами 3600. Рука Будды варигатный. Какие-то с плодами, какие-то цветущие. Лайм квад 3600. Всего две штуки. Дальше помело. Это грейпфрут, который... Грейпфрут простой и грейпфрут росса. Они по 3600. Всего три штуки. Должно было быть 5, но приехало три штуки. Кукле в 20 горшке 3600. Это кукле. И два, получается, кумквата. То есть вместо кукле нам дали два кумквата. Получается всего три кукле. Далее два лимона юзу без плодов. Лимета Рангпур Дироса. Это сладкий. Это сладкая лимета. Сладкий Рангпур. Плоды у него сладкие. Похожи на мандарин с ароматом лайма. Один лимон Липа. Вот, чтобы вы понимали, это даже в руку не умещается. Это лимон Липа. И есть один цитрон. Кстати, где-то вот тут стоял. Сейчас не найду, завтра покажу. Цитрон. Цитрон, скорее всего, это что-то из семейства Пандерозы. Лимон Мейера 3600. Вот то, что вам апельсины говорила, с апельсинами 3600. Два каналикулята по 3600. Два апельсина каналикулята. И три клементина Хернандина. Фернандина 3600. И вот очень похож на, наверное, на пандерозу даже похож этот лимон. Манго Кейт 5300. Манго Сенсейшн. Очень, кстати, хорошие экземпляры. Три штуки, очень пышные, очень классная крона, кстати говоря, прям вообще шикарные. Далее Глен, вот такой прям пышнючий. Ирвин, ой, вообще какая красота, какая красота. Очень-очень пышные макушки, практически у всех разветвленные. Так, Ирвин, Кеннингстон Прайд,
кент, пониже ростом, остин, такой вот, майя, несколько штук, майя пышные, палмер. Вот такие красавчики приехали. Я постаралась вам быстренько показать. Конечно, все сложно в общей куче увидеть. В ближайшие дни будем выставлять конкретно. Ну и, естественно, то, что будет в свободной продаже. Пишите, спрашивайте, потому что можно не успеть. Всего доброго. Всего вам хорошего. Бурного цветения, плодоношения и роста ваших растений. Мы вам всегда очень рады и очень вам благодарны за ваши теплые слова, за ваши отзывы. Неважно, какие они, положительные, отрицательные, все равно спасибо. Всего вам хорошего. К нам приезжают не только вредители, прям явные, а вот такая, посмотрите, итальянская улитка. Смотрите, какой у нее красивый узор. Вот такая вот красота. Видите, и живая. Такая вот красивая улиточка. Мандарин Миагава. Очень крупный. Легко чистится, потому что вот прям по ощущениям мы разрежем, потом почистим часть. Без косточек, очень сочный. Прекрасно чистится. И очень-очень сладкий. Такой вот классный мандарин Миагава. Дальше. Просто мандарин, который у нас идет к мандарину. Вот так вот он выглядит. То есть он немножечко приплюснутый. С косточками. Тонкошкурый. Сладкий, с небольшой кислинкой. Очень ароматный. Далее чинота. Чинота такой оранжевого цвета мякоть с косточками. Сладкий с кислинкой и очень ароматный. Напоминает апельсин еще с чем-то. Абсолютно съедобный, вкусный, сладкий, как сладкий апельсин с небольшой кислинкой. Очень необычный, очень интересный по вкусу. Хернандина. Похож на клементин с косточками. Очень-очень сочный. По запаху запах клементина. Сладкий, с апельсиновым каким-то даже привкусом. Очень вкусный. Тонкошкурый. Ну, я думаю, что будет чиститься не очень хорошо, но чиститься будет достаточно неплохо. Клементин рубина. Это Амоа 8. То есть из питомника Lemon Garden клементин рубина это Амоа 8. Сочный, с фруктовым запахом, сладкий, с небольшой кислиночкой, но очень сладкий.
Далее, каналикулята, так как это все плоды, которые упали, то, соответственно, каналикулята не дозрел, не доспел, но тем не менее. Похож на апельсин, присутствуют косточки. Кисловатый, ну, скорее всего, из-за того, что он не дозрел. Я думаю, что он будет как апельсин, но с кислинкой. Абсолютно съедобный. И напоследок лимон Росса. Не набрал он ферментацию, потому что он не дозрел, упал без ферментации. Вот. Присутствуют косточки. Очень сильный запах, как у цитрона. Прям такой вот лимонный. По вкусу так же, как и лимон. Ферментацию не набрал, потому что не до конца дозрел. Это у нас кукли. Кукли не дозревший упал. И один плод мы разрезали. То есть есть косточки, тонкая кожура. Кожура сладковатая. Если кушать, как положено, плод с кожурой, то такой с кислинкой. С ароматом клементина, кумкват. Собственно говоря, как кумкват. Ну и вот кумкват, который Маргарита. С косточками. Тоже не доспел. Но очень сочный и очень-очень ароматный. Вот такая вот красота у нас получилась. Вот такая вот получилась у нас красота. И вот такая вот красота Бизария. Такой вот обалденный апельсин. Он тоже не доспел. Очень много косточек. Аромат апельсиновый. Вкус апельсин. Ну, кисленький, прям кислый-кислый. Очень необычный такой рисунок у мякоти. Прям красивый. Может быть, не передает камера. Прям такой узорчатый. И, соответственно, конечно, плоды не доспели. То есть из спелости, возможно, он будет послаще. Вот такой классный апельсин Бизарио. Съедобный. Можно использовать, собственно, наверное, как лимон.